жаришь шашлык. Короче, на пикнике, так сказать. И сегодня я решил заснять обучалку про банихоп, фуджем, фуджем на фейки. Ну что ж, давайте же начнем. А мы погнали. Для того, чтобы выучить банихоп, надо научиться смещать вес тела как вперед, так и назад. Потом надо научиться поднимать заднее колесо, зацепая пяткой педаль. Когда вы научились подцепать заднее колесо на 10 сантиметров, то уже пробуйте зажать ступнями педали. Научитесь поднимать его хотя бы на 5 сантиметров. После научитесь поднимать переднее колесо на 50 сантиметров. Потом, во время подъема, надо подцепить заднее колесо как можно выше. Прокачивайте свой банихоп. Фейки в переводе значит езда назад. Для его обучения вам, конечно же, потребуется BMX. Итак, давайте же начнем. Найдите бордюр или стену. Попробуйте просто оттолкнуться. Примерно 15 раз. Во время отталкивания постарайтесь полностью расслабиться. Если у вас выходит отталкиваться и проехать хотя бы 50 сантиметров и сделать два прокрута педалями назад, то у вас уже получаются небольшие фейки. Фуджем. Лично мне этот трюк дался очень легко. Для его обучения поставьте себе цель, линию, где вы будете его делать. Возьмите небольшой разгон. И для начала попробуйте поднять заднее колесо хотя бы на 25 сантиметров. Повторите это движение раз 10. После сделайте то же самое движение, только отрывайте заднее колесо все выше и выше. Только главное не перестараться. Когда он у вас начал хорошо получаться, то пробуйте сделать один прыжок на фуджеме. Для того, чтобы выучить фуджем на фейке, то, конечно же, надо уметь как фуджем, так и фейки. Когда вы станете на фуджем, то заднее колесо должно подняться, и вы отпускаете ногу до тех пор, когда заднее колесо не коснется асфальта. Для этого трюка очень важно уметь держать равновесие.